Привет, сейчас мы идем на поле запускать фонарик. Так что давай идем. Вот такой фонарик. Идемте скорее. Вот посмотрите, здесь смайлик такой. Смайлик. Лёшка, не видно, темно очень. Идем. Что ж, приступим. Папа будет разворачивать сейчас. Кто это был, будет? Фонарик, который полетит в небо. Так, вот здесь вот специальный такой этот, сынок, смотри. Что? Горючее специальное. Но я не вижу! Но я не вижу! Вонючее. О, фугадать! Вонючее, да. Максим, пониже опусти, Алёнушке ничего не видно. А где фонарик? А вот это фонарик называется. Он сейчас полетит. Большой мешочек такой. Лёва уже такой видел. Так, а есть у кого-то зажигалка? У папы. У папы? Не знаю. А тебе есть? Ого, какой мешок! Какой мешок! Так, я не помню, но мне кажется, его нужно перевернуть. Вот действительно, так. Да. А потом зажигать его. Вот здесь давай я буду придерживать сверху. А потом он катится на небо. Лети! Папа сейчас подожжет сначала, потом его нужно будет надуть теплым воздухом. А потом только отпустить. Сейчас я буду дуть. Не-не, теплым воздухом. Лёва, не дуй никуда. Папа специально зажигает там огонь, свечку. Огонь надует теплым. Внизу. Горячий. И от этой свечки ку-ку-ку будет пламя. И теплый воздух. А какой красивый мешок. 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 Ну что такое? Лети. Надо, чтобы он разгорелся, детки. Ходите к нему. Как красиво. Сейчас огонь должен наполнить. Ой, что-то с него капает. Воск. Ну. Ой, опять. Не подходи, Лёвушка. Лёва, не подходи, папа. Вот, надувается, смотрите. А если его поставить на асфальт и придерживать? Он будет лучше надуваться? Видите, смотрите, детки, таком. Там внизу разгорелась эта вещь. Давай, лети! Куда лети? Сейчас подожди. Попробуйте отпустить. Только бы не упал. Не упади! Полетел наш фонарик, детки.
как звездочка уже на небе. Улетел фонарик наш. Перелетит через дом, как думаешь? А мне в камеру дом не видно, представляешь? Он уже над домом летит. Да? Да. А, видно в камеру дом. Просто так увеличила, что дом не видно было. Все, сейчас спрячется за домом. Все. А? Шарик упал на крышу. Нет, нет, он перелетел через дом. Полетел далеко-далеко. Нет, я вижу, что он опускался. Тебе так показалось, Лёва. Мы с папой видели, что он перелетел. Алёнушка, видел, как улетел фонарик за дом? Понравилось вам запускать фонарик? Я вот сейчас... Да всё, улетел. Здесь нет прохода, детка. Я вот сейчас. Он улетел далеко-далеко. Ты думаешь, что мы его увидим? Нет, Лёва, уже не увидим. Он слишком высоко улетел, не сможем мы его увидеть. Конечно. Будет всю ночь освещать землю, как звездочка. Лёва, ты хотел посмотреть на звезды? Здесь как раз такой случай. Здесь очень темно и очень хорошо видно звездное небо. Папа, поймай, поймай шарик. Поймал. А вот сейчас я хочу. Поймайте, поймай. Поймай, папа. Не поймал. Не поймал. Это Лёва маленький был, гонялся за шариком. Папа ему... Догонь! Догонь! Как же его догонь? Догонь! Я на ноге. Догонь! Лёва, глаза не будешь? Догонь!